Значит, Вот так. 2019 года. Я вышел и пошел там погулять там. Это что вот? А что с собой что-нибудь брали, когда из дома выходили? А, баллончик взял там. Скажи, баллончик какой, с чем? Ну, с краской. Пошел до парка. С вами кто-нибудь еще был? Ну там никого не было. Нет, один вы были, да? Да. Взял баллончик и пошел там, нарисовал. Где вы нарисовали, на что? На памятнике. А что вы нарисовали на памятнике? Крест. Крест какой? Ну, вы, наверное, крест. С одной стороны рисовали или с двух сторон? С одной стороны. А с другой стороны, вспомните. Да, да. Вы другой рисовали? И с другой стороны. С обоих сторон нарисовали, да? Да. Потом, что вы еще сделали там? Так, еще где-то рисовали на памятнике? Нет. Ну, вспомните. А, это на крышке просто покрасил и все. Вы баллончик куда именно выкинули? Да, речку. Речку? Показать место сможете? Да. Да. Вы понимаете, что вы совершили преступление? Да. Вину свою признаете? Да. Что да? Признаю. Раскаиваетесь? Да, раскаиваюсь. Свои показания даете добровольно? Добровольно.